Чебоксарах впервые заработает школа волонтеров. Администрация города совместно с молодежным правительством всерьез занялась созданием единой базы волонтерского движения. Это поможет юношам и девушкам из Чувашии более активно участвовать в организации и проведении массовых мероприятий. Подробности в следующем сюжете. «Хлебом не корми, а дай лишь только поработать» – это выражение характеризует волонтеров, отзывчивых и легких на подъем, энтузиастов своего дела. Если до этого волонтеры появлялись в первичных структурах при вузах и СУЗах, то сегодня остро назрел вопрос объединения их в единую базу. Это позволит организовать отряд ребят, готовых в любое время выехать на определенное место. Сейчас у нас как раз организуется школа волонтеров, как раз где создается эта база. У нас будет четко структурированный список, который будет подразделять тех ребят, которые готовы принять участие в разных мероприятиях. То есть у нас будет база, которой можно сразу сказать, что ребята, вы нужны, ребята придут и сделают. Не то, что там набирать откуда-то слева, из-под палки. Школу волонтеров планируется проводить в начале февраля. Состав формируют из 30 молодых неопытных волонтеров. Получив необходимые знания, ребята примут участие в организации проведения «Лыжни России 2013» в нашем городе. Пока же принимаются заявки в группе «Школа волонтеров» в социальной сети ВКонтакте. Школьник должен каждый сам. Заходит в эту группу, там есть анкета, через Google документ. Участник заполняет, ну, предполагаемый участник заполняет эту анкету. Порядка там 10 вопросов. Да? Вопросы стандартные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы, может быть, место работы, телефон для связи, электронная почта и те направления, которые ему интересны. Помимо этого, стартовал конкурс на создание логотипа и слогана волонтерского движения. Работы принимаются до 15 февраля. Регина Тимофеева, Николай Яковлев, Республика.